Казахстанцев призвали готовиться к отопительному сезону заранее. Сегодня в Мининдустрии подчеркнули, не нужно ждать наступления холодов и ажиотажа, который возникает каждую осень. Вместо этого уголь лучше покупать заранее. По мнению чиновников, так топливо обойдется дешевле и не придется простаивать длинные очереди. Здесь только один способ, чтобы этого не допустить. Просто готовь сани летом, полда. То есть у нас такая же ситуация, к сожалению, возникает, когда холода наступает. Шины менять надо. Все шиномонтажки у нас забиты. У нас забиты все наши точки сбыта угля. Полда. Чтобы этого не допустить, надо заранее переобуться и заранее закупить. И цена нормальная, никакого ажиотажа нету. Министерство индустрии заверили, они делают все, чтобы сдерживать рост цен. Однако власти не могут контролировать перекупщиков и перевозчиков, которые пользуются ажиотажем и завышают стоимость угля. С начала года для населения и организации отгрузили уже 4,5 миллиона тонн твердого топлива. Этот показатель на 10% выше аналогичного периода в 2021. Чтобы угля хватило всем, в министерстве сформировали план на 2022-2023 год по областям и городам республиканского значения. Согласно расчетам, потребуется больше 9,5 миллионов тонн как для нужд самих казахстанцев, так и для коммунальщиков.